Сегодня день отказа от курения. Плохие новости есть для любителей пива. В Барановичах тем временем происходит настоящая чертовщина. Сильные новости прямо сейчас, расскажу обо всем. Короче. Опубликованы самые распространенные пароли 2021 года. Для этого проанализировали 4 терабайта данных. Короче, в топ самых распространенных паролей вошли числовые типа 1, 2, 3, 4, 5, ну и, конечно, QWERTY и PASSWORD. Кроме того, пользователи нередко оставляют в качестве пароля свои имена, фамилии, дату рождения или название любимой команды. Настоящая бесовщина происходит в Барановичах. Там, на стене дома, проступил лик женщины, который очень пугает местных жительниц. Нет, я не спорю, смотрится крипово, но интересно, как пытаются избавиться от незваных гостей. Для этого пенсионерки молятся, ставят свечки, освещают квартиры и саму стену. Разумеется, ничего не помогает. По мнению пенсионерок, лик – это душа женщины, которая погибла насильственной смертью, не может найти покоя и, судя по всему, во всем виноват мужчина. Ну и вишенка на торте. В Беларуси хотят запретить выпуск пива и других напитков в пластиковых бутылках объемом больше 1 литра. Но чтобы этих самых пластиковых отходов было меньше, с таким предложением выступает Минприроды. Сейчас проходят общественные обсуждения, а запрет может начать действовать уже с 2023 года.